Хорошо, это не проблема, Ишан. И это не проблема. Я все улажу. Ни с кем ничего не случится. Спи спокойно, я совсем разберусь. Не волнуйся. Сердар не стоит на месте. А ты... Дай-ка ему вот это. Остановится. Думаешь, тебе нужно было возвращаться сюда? Эта комната на протяжении 40 лет мой дом. Как в старые времена. Иногда приходится отдавать свой замок, но потом ты непременно возвращаешь его. А я не могу вернуть свой. Ты делаешь то, что я не смог бы сделать. Ты снова сел в тюрьму. Это сложно. Сложно. Я хотел увидеть Джингиза в тюрьме. Хотел увидеть, как ему тяжело. Ты вместо него побил моих ребят, да? Когда я увидел Джингиза таким, не знаю, появилось какое-то странное чувство. Тебе стало жаль друга от того, что он переживает то, что пережил ты. Он мне не друг. Сказать правду. Иногда я говорю себе, а что если отказаться? Забыть о мести. Все-таки смог сказать. Что останавливает тебя? Ты. Ты, который живет в моей голове. Ты спрашиваешь, как тогда восторжествует справедливость? Они убили Омера. Кто накажет виновных? А что ты отвечаешь? Омер не умер. Сказал бы я, но это неправда. Омер умер. Знаешь, что самое страшное? Омер не вернется, даже если захочет. У меня есть только мама. Кроме нее никто не узнает меня и не впустит в дом, как Омера. Ты скучаешь по Омеру? Скучаю. Скучаю, сынок. Скучаю по его взгляду. Очень. Очень скучаю. И что это за взгляд? Взгляд человека, который верит и доверяет тебе? Такой взгляд? Взгляд, который вызывал в меня чувство гордости. Гордости. Как я сказал, Омер умер.